Garudaina
ರಾಮಚಂದ್ರುನಿ ಕರುಣಾ ತರಂಗ ಮುದೆಲ್ತಿನ ನಾಘನುಡೈನ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರುನಿ ಕರುಣಾ ತರಂಗ ಮುದೆಲ್ತಿನ ನಾಮನ ವ್ಯಾಲ ಕಿಂಚರಾದಟೆ ಮರ್ಮಮೆಲ್ಲ ದಿಲ್ ಪೆದ್ದನೆ ಮನಸಾಮನ ವ್ಯಾಲ ಕಿಂಚರಾ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣುಲೈ ಭವ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣುಲೈ ಭವ ಗಹನ ಚಾರುಲೈ ಗಸಿ ಚಲ್ತಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣುಲೈ ಭವ ಗಹನ ಚಾರುಲೈ ಗಸಿ ಚಲ್ತಕ ಕನಿ ಮಾನವ ಅವತಾರುಲೈ ಕನಿ ಮಾನವ ಅವತಾರುಲೈ ಕನಿ ಪಿಲ್ಚಿ ನಟೆ ನಟತ ತ್ಯಾಗರಾಜು ಮನ ವ್ಯಾಲ ಕಿಂಚರಾದಟೆ ಮರ್ಮಮೆಲ್ಲ ದಿಲ್ ಪೆದನೆ ಮನಸಾಮನ ವ್ಯಾಲ ಕಿಂಚರಾ ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಕರ ಆದಿ ಅನಂತ ಶಿವ ಶಂಕರ ಆದಿ ಅನಂತ ಜಯ 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 ಮಹಾದೇವ Число погибших в США превысило 58 тысяч, что больше, чем число погибших на войне во Вьетнаме. Во многих отношениях война во Вьетнаме стало своего рода поворотным моментом для американского народа, потому что после Второй мировой войны они действительно верили, что это была последняя война.
Когда погибло 57 тысяч человек, американских солдат, в некотором роде это открыло глаза общественности на многое. Но сейчас этот вирус забрал больше жизни, чем та война. И это были не солдаты, обычные люди. Они не шли воевать. В остальных странах режим изоляции, в особенности в Индии, дает очень хороший результат. В Индии две трети случаев заражения зафиксированы только в 15 районах в стране. Это означает, что нам удалось географически сдержать распространение. И это верный путь к тому, чтобы взять ситуацию под контроль. Мы сдерживаем его территориально, частичные ослабления режима изоляции уже начинают вводить в разных частях страны. Сельское хозяйство возвращается, малые отрасли возвращаются. Частично разрешено посещение офисов и работа некоторых отраслей. Только 15 округов, или две трети, почти 46% находятся в 5 округах. Мумбаи, Дели, Индор — сейчас это настоящие горячие точки. Таким образом, если эти города смогут сдерживать распространение вируса, остальная часть страны постепенно вернется к обычной жизни. Некоторые штаты уже продлили режим изоляции до 15 мая. Тамилнад также может пойти на территориальные ограничения. Все красные зоны сейчас определенно введут расширенный режим изоляции. Вот такая сейчас обстановка. Сегодняшний день был объявлен Международным днем танца. Что ж, в этой культуре огромное внимание уделялось тому, что может делать физическое тело. Какие позы и движения могли бы привести к развитию человеческого существа, живущего в этом теле, если использовать его определенным образом? Основываясь на этом, был разработан классический танец. Очень детальные, исследования того, что может делать тело, не с точки зрения акробатики, а с точки зрения различных вещей, которые вы можете изящно делать с телом, с глубокой и очень основательной вовлеченностью на уровне ваших эмоций. Определенная математика и ритм есть во всем, что мы делаем. Таким образом, танцевальные движения вышли в основном из храмов в Индии. До недавнего времени, всего несколько веков назад, танцы в основном исполнялись только в храмах, поскольку танцоры выступали только для божественного. Люди тоже могли найти способ посмотреть. Но в основном танец предназначался только для божеств и никого больше. Музыку исполняли только для божественного. Остальные могли только подслушивать. В основном к музыке и танцу относились именно так, потому что их видели как… Во-первых, выражение того, насколько насыщенным и ярким может быть человек. И другой аспект. Как способ достижения определенного чувства удовлетворения, определенной свободы, освобождения или состояния самозабвения. Well,
Это единственная культура, где даже боги должны танцевать. Бог, который не танцует, никогда не получит признания. На серьезного бога, сидящего вот так, индийский народ никогда не купится. Он должен танцевать, чтобы доказать, что он бог. Кришна — танцор. Шива известен как основатель танца. Так что танец расценивался не как развлечение, но как искусство, как выражение природы самого создания. Двухметровая статуя Натараджи установлена напротив Европейского центра ядерных исследований. Потому что ученые, которые углубились в аспекты жизни мельчайших частиц, субатомных частиц и других аспектов Вселенной, поняли, что самое близкое объяснение или описание того, что можно дать этому феномену творения, — это танец. В некотором смысле все танцует. В йоге и созидание, и разрушение называлось тандава, что значит «дикий танец», но в то же время невероятно координированный. Итак, Шива или Адийоги является представителем этого. Целая культура была создана из этого измерения понимания. Сегодня Международный день танца. И если вы хотите соблюдать социальную дистанцию, это лучший способ сделать это. Просто танцуйте сами по себе. Поскольку в большинстве других культур для танца нужна пара. Нужно танцевать с кем-то. Но здесь танец значит просто закрыть глаза и начать сходить с ума. Человеческое тело. Возможно, вы видели крысиных змей здесь, в пруду. Иногда они танцуют по двое. Но вы должны увидеть танцующих королевских кобр. Это совершенно невероятно. Танец королевских кобр — это незабываемое зрелище. Вы наверняка видели здесь танцующих павлинов. У них такие большие перья. У вас нет ничего подобного, чтобы можно было так трясти. У вас неуклюжее тело, наполненное костями. Вы не королевская кобра. Но даже с таким неуклюжим телом, когда вы чувствуете радость в сердце, даже с таким костлявым, неуклюжим телом вы все равно хотите танцевать. У меня есть для вас небольшое стихотворение. Оно называется «Танец». Садхгуру зачитывает два стихотворения по случаю Международного дня танца. В первом стихотворении он описывает наблюдение, что все существа, и большие, и маленькие, взрываются танцем, когда они на пике своей жизни. В Индии даже боги, мудрецы и святые отбрасывают маску достоинства и серьезности и пускаются в пляс. Мы тоже, несмотря на то, что наши конечности полны костей, можем грациозно танцевать, когда нас переполняет радость.
dropped falsehood of seriousness, serious dignity, and danced to their heart's content. In this land, even gods, sages and seers dropped falsehood of serious dignity and danced to their heart's content. Make life a dance of grace. Для тех, кому этот танец показался слишком длинным, есть стихотворение покороче. Оно тоже называется «Танец». Во втором стихотворении Садхгуру приглашает нас танцевать в самозабвении. Как же это сделать? С преполненным сердцем и с осознанностью, что мы не только наши отождествления, не только тело и ум, мы можем танцевать в радостном самозабвении. There is no method, but just an abandon. Итак, существуют дни, посвященные самым разным вещам. Я слышал, что есть день мыльной пены. But a day for dance is a good reminder for human beings, because most of them have… Но день танцев — это хорошее напоминание для людей, потому что многие из них несут на своей голове целую гору. Many of them. Некоторые из них несут на голове целую планету. Из-за этого они не могут танцевать, потому что груз настолько большой. Их верования, философии, идеологии, чертовы писания — нескончаемое бремя. Из-за этого вы не можете танцевать. Для танца вы должны быть жизнью в настоящем, а не древней жизнью. Как мертвые могут танцевать, скажите мне? Древние люди не могут танцевать. Танцевать может только жизнь настоящего момента. Танцевать может тот, кто жив сегодня. Ваше представление о ценности чего-то всегда исходит из его древности. Чтобы назвать что-то хорошим, этому должно быть не менее 1000 лет. Потому что не нужно никакого интеллекта или осознанности, чтобы оценить старое. Как, например, Кришна всегда ассоциируется с танцем. Спустя 5-6 тысяч лет почти все говорят «Кришна, Кришна». Но когда он был жив, в его адрес были направлены самые разные обвинения. С ним танцевали только те, кто раскрыл для него свое сердце. А другие — социальных сетей тогда не было. Но социум был. Небольшого масштаба. Всевозможные обвинения. Но теперь все восхваляют его, потому что его уже давно нет. Теперь это не требует никакого понимания. Вы уже установили. Кришна — наш Бог, поэтому нет проблем, он совершенен. Если у вас и будут какие-то проблемы, вы превратите его в Бала Кришну. Так что тот, кто танцует, некоторым образом не вписывается в вашу логику. Так что вам нужна дистанция времени, чтобы оценить его по достоинству. Но его больше нет. Кришна или любое другое его имя не имеет никакого отношения к этой личности. Речь идет о том измерении или о том аспекте жизни. Если Кришна или Шива не оживут в вас прямо сейчас, то в поклонении мертвому нет большого смысла. Если вы используете его как вдохновение, хорошо, я не против. Потому что вам необходим кто-то,
кого поддерживают тысячи поколений людей. В противном случае у вас не хватит ума понять, что ценно, а что нет. Но чтобы увидеть ценность того, что происходит прямо сейчас, вам нужно приложить усилия. Вы должны экспериментировать с собственной жизнью, иначе вы не узнаете. А восхвалять то, что произошло 1000, 2000, 5000 лет назад, очень легко, потому что все так говорят. Это не значит, что вы испытали это на опыте. Просто вы получите некоторое отождествление. Вы вступите в крупный фан-клуб. Вы будете чувствовать себя его частью. Вы будете чувствовать братство. Если вам нужно братство, оно должно быть с каждым существом на этой планете. Но если ваше братство ограничивается определенным числом людей, тогда это начало диктатуры. По мере того, как это братство будет расти, оно будет становиться абсолютно диктаторским. Вот почему большинство религий произвело больше насилия, чем что-либо другое на планете. Просто из-за братства. Братство с ограниченной принадлежностью — это губительный процесс. Вот почему вам нужно танцевать. Если вы танцуете, ваше братство немного рушится. Это очень важно, потому что всю эту ерунду вы выстроили на грязной маленькой логике в своей голове. Со своей маленькой грязной логикой в голове вы пытаетесь структурировать свою жизнь, а также и рай, решая, чему там есть место, а чему нет. Даже содержимое рая и качество богов тоже определены вами. Это хорошая уловка. Но вы похожи на паука, который запутался в своей паутине. Паук, который плетет паутину для своих жертв — это умный паук. Но паук, который застрял в собственной паутине — это глупый паук. Да. И это то, чем является ваш психологический процесс. По мере того, как эта паутина будет становиться все толще и толще, ваши ноги будут наливаться свинцом, они не смогут двигаться. Чтобы танцевать, вам нужно быть слегка бесстыдными. Иначе вы будете думать, как я выгляжу, как я выгляжу. Выглядишь как идиот, ну и что? В чем проблема побыть какое-то время идиотом? Если вы действительно умный человек, вам захочется немного поиграть в идиота. Но если вы глупы, вы боитесь, что вас распознают. Как-то раз одна юная барышня отправилась в магазин одежды. Она подошла к продавцу и сказала: «Я хотела бы примерить платье на витрине». Продавец сказал: «Мисс, я вынужден настаивать, чтобы вы сделали это, как и все остальные, в примерочной». На витрине это делать нельзя. Люди наполняют себя таким количеством вещей, которые не имеют отношения к жизни. Если бы они наполнили себя этим воздухом, даже едой, или пейзажами и звуками природы, жизни, им захотелось бы танцевать. Но они наполнили себя философиями, идеологиями, священными писаниями, всем подряд. Даже логически это нелепо. Некоторые из них логичны, у них грязная маленькая логика. Но у многих из них даже не грязная маленькая логика, а супергрязная маленькая логика. И с помощью этого они пытаются управлять своей жизнью. Так что неудивительно, что присутствует постоянное чувство неуверенности. Вам кажется, что ваша система верований, ваша философия, ваша идеология
всегда находится под угрозой. Просто взгляните на историю человечества. Те, кто твердо верил в идеологию или философию, или систему верований, или в определенный ритуал или практику, именно такие люди убивали все на этой планете. Танцующие люди никогда никого не убивали, потому что им бы и в голову не пришло. Когда ваше сердце наполнено радостью, вам не придет в голову убивать кого-то, потому что вы ни в чем не видите угрозы. Вы не чувствуете себя неуверенно, потому что вам нечего защищать, потому что это ничего не стоит. Жизнь — это великодушное творение. Сколько вы получите от нее, зависит от вас. Это значит, люди сразу же подумают: сегодня многие молодые люди слушают меня, они скажут: «Садхгуру говорит, мы должны веселиться, пойдем гулять», но это чертова изоляция. Нет. Вы хотите сказать, что вам нужно заправиться, чтобы танцевать? Нет. Я говорю, чтобы танцевать, вам нужно опустошить себя. Я говорю о самозабвении. Вы говорите о том, чтобы вливать в себя алкоголь. Это две разные вещи. Когда вы под воздействием алкоголя или наркотиков, вы можете вести себя так, как будто вы в самозабвении. Нет, вы потеряли осознанность. Это совсем другое. Отбросить все и потерять осознанность — это разные вещи. Никогда не путайте их. Если танец — это наркотик, это нормально. Но если вы танцуете под воздействием наркотиков, это не имеет большой ценности. Сегодня Международный день танца. Но люди сидят дома и жалуются. Они же не ходят на работу, так что могут танцевать весь день. И танцевать не обязательно означает делать что-то под музыку. Вы можете работать, как будто танцуете, можете двигаться, как будто танцуете, можете совершать каждое простое действие, как будто это танец. Танец означает, что вы делаете физические движения более изящно, вместо того, чтобы быть неуклюжим медведем. Вот и все. Пожалуйста. Вопрос от Бхаргава. Намаскарам, Садхгуру. От кого? От Бхаргава. Что лично для вас было самым мощным откровением относительно пандемии? Не очень хорошо слышно. Что лично для вас было самым мощным откровением относительно пандемии? Так как в одной из ваших биографических книг говорится, что вы напрямую общаетесь с Махадевом, что он сказал об этом событии и о его месте в истории человечества? Еще раз. Что он сказал об этом событии и его месте в истории человечества? Это биография, это не автобиография, так что не обвиняйте меня. Итак, что Шива думает о вирусе? Вы должны понять, что природа того, что вы называете Шивой, не против вируса. Пока вирус танцует, он говорит ему: «Мои благословения с тобой». Я же говорил, это как правосудие Лао-цзы. Если вирус говорит: «Шива, мы хотим танцевать по всей планете», он говорит: «Благословляю, я с вами». Если вы подойдете и скажете: «Шива, мы хотим по-настоящему хорошо жить», он скажет: «Благословляю, я с вами». Потому что он с жизнью. Вы должны понять, что вирус — это тоже жизнь. Сейчас он ведет себя очень умно.
Ученые говорят, что он уже мутировал в 10 разных измерений, в 10 разновидностей, что-то в таком духе. Так что даже если сделать вакцину, которая, как утверждают, уже скоро появится, только одна разновидность может исчезнуть. Другие 9 по-прежнему останутся, и они могут превратиться в 900, кто знает. Если они действительно настолько умны, думаю, что он благословит их, потому что они тоже жизнь. Вы думаете, что только вы жизнь? Это большая ошибка. Они тоже жизнь. Но наша жизнь для нас драгоценна. Мы хотим жить. Они тоже хотят жить. Если вы действительно сильны, как летучая мышь, не знаю, это все еще, как сказать, это все еще спорный вопрос. Некоторые предполагают, что вирус пришел от летучей мыши, некоторые говорят, что откуда-то еще. Но допустим, он от летучей мыши, и если вы так же сильны, как летучая мышь, то никаких проблем с вирусом не будет. Сейчас проблема в том, что мы все еще не можем справиться со всеми живыми микроорганизмами, которые могут повлиять на нас. Многие мы усмирили внутри себя, некоторые нет. Так что в это время вам нужно соблюдать социальную дистанцию, так же, как и Шива. Большую часть жизни он провел, соблюдая социальную дистанцию. Да? Если все сядут и будут медитировать в течение 15 дней, вирусу конец. 2 недели — это все, что требуется. Если бы только все медитировали 15 дней. Что ж, это выглядит словно соль на рану. Я не пытаюсь превратить это в шутку, но вы сами подняли этот вопрос. Что бы Шива сказал о вирусе? Вот что он сказал бы, потому что он за всю жизнь. Он Пашупати, что означает, он является мастером над всей жизнью. Так что он не будет проводить черту между вами и вирусом, только потому что вы немного большего размера. Это было бы несправедливо, не так ли? Только из-за того, что вы немного больше вируса. Нет. Шива не будет проводить такого различия. Так что вам лучше привести свои мозги в порядок, вести себя ответственно и победить этот чертов вирус. Следующий вопрос от Раджиты. В наших индийских обществах мы каким-то образом сплотились во время кризиса. Молодое поколение выходит на улицы и стоит в очереди за продуктами, чтобы принести их домой для семьи. На Западе, где преобладает индивидуализм, было замечено, что инфраструктура по уходу за пожилыми людьми очень слабо развита. Мой знакомый дипломат говорит, что пожилые люди, живущие в одиночестве, плохо подготовлены к такой пандемии. Считаете ли вы, что Запад осознает, что индивидуализм имеет ограниченное применение и на определенном этапе и при определенных обстоятельствах изменится? Позвольте рассказать вам. Был один политик-шовинист. Но внезапно он изменился. Не потому, что узрел свет, но потому что дома у него назрела очень неприятная ситуация. Точно так же у них, наверное, дома назрела определенная ситуация, что они вышли на улицу и начали что-то делать. Нельзя постоянно сравнивать любые мелочи в обществе с Западом и говорить, «У них этого нет, у нас это есть». Нет, это не так. Если вы посмотрите на то, что было в прошлом, предположим, 2 или 3 поколения назад, для мужчины семья обычно включала вас, конечно, вашу супругу, детей, ваших родителей, ее родителей, обычно, но не всегда,
ваших дядь и теть, и еще одного старичка, который непонятно кем вам приходится, но он тоже ваш родственник. Да. Таким образом, даже маленькая семья насчитывала 25-30 человек. Большая семья могла состоять из 300-400 человек, потому что экономический процесс был построен так, что если вы не держитесь все вместе, вы не будете твердо стоять на земле. Также и с социальными процессами. Если вы держались вместе, у вас было огромное преимущество. По мере роста экономики и проникновения концепции современного образования в наши умы, естественным образом семья стала значить только мужа, жену, детей. Ваши родители могут погостить у вас немного, если они очень больны или еще что-то. Родители жены? Точно нет. Так что постепенно все двигается в таком направлении. Возможно, на Западе это пошло еще дальше. И сейчас их представление о семье свелось только к женщине или только к мужчине и, возможно, ребенку. То есть один человек и его ребенок. Потому что они знают, что невозможно терпеть другого человека 7 дней в неделю. Одним из важных аспектов является экономическая свобода. Когда была экономическая привязка, в семье был один глава семьи. Он контролировал всю экономическую мощь этой семьи. Поэтому все оставались там. Если кто-то уйдет, то останется без средств к существованию. Теперь каждый может уйти и зарабатывать самостоятельно. Или даже если не уйдет, может работать из дома и зарабатывать деньги. Сейчас одно слово — и все. Их и след простынет, потому что больше нет экономической привязки. Вы должны быть достаточно искренними, честными, чтобы признать, что до сих пор человеческие общества не пришли к осознанному существованию. Они все еще движимы своими потребностями. Люди остаются вместе только если у них есть потребности. Если их нет, они расходятся. Поэтому очень важно сформировать осознанное общество. Даже если это маленькое общество, оно должно быть осознанным, в котором каждый находится по своему выбору, а не как следствие своих потребностей. Иначе человеческие общества все сообщества животных также движимы своими потребностями. Не обманывайте себя, что вас вместе свела только любовь. В Мумбаи может быть около 12 или 13 миллионов человек, в Нью-Йорке где-то 7-8 миллионов. Вы думаете, что все они живут в такой близости из-за своей любви друг к другу? Вы обманываете себя. Даже семья существует за счет потребностей. Если потребностей не будет, семья развалится. Вы все еще вместе только благодаря потребностям. Индия, как нация, находится на определенном этапе эволюции с точки зрения экономических и социальных процессов. Вы увидите, что по мере того, как экономическое благосостояние будет повышаться, люди будут становиться все более одинокими. Им захочется жить отдельно, потому что они не могут жить с кем-то вместе. Когда ты беден, ты очень терпелив. Всегда так. Когда приходит немного материальных благ, внезапно становишься таким, потому что личность человека, к сожалению, формируется вокруг того, чем он обладает. Вы должны быть теми, кем являетесь, а то, чем вы обладаете, должно приносить вам пользу. Вот и все. Вещи предназначены для того, чтобы ими пользоваться. Но большинство людей начинают представлять из себя что-то только из-за того, чем они обладают. И тогда общество начинает управлять его потребности. В Индии, что юноши, что молодые девушки, не все они готовы ходить для вас за продуктами. Не воображайте себе такое. Они делают так, потому что это еще присутствует в культуре. И экономическая ситуация также их обязывает. Это начинает быстро распространяться повсеместно.
что после определенного возраста люди оказываются в ситуации, когда они вынуждены заботиться сами о себе. Те, кто переезжает в общины и соответствующие дома, получают медицинскую и другую помощь. Но получают ли они необходимую атмосферу принятия, мы не знаем. Так что есть много способов. Общество находит свой собственный путь. Думаю, вам стоит посмотреть одно видео. Мы можем его сейчас показать? Вам нужно это увидеть. क्या नाम है सर आपका? हाँ हाँ जी मेरा नाम करणपुरी है मैं अकेला रहता हूँ सीनियर सिटीजन हूँ सुन लिख लो Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear sir Happy birthday to you लो सर केक काटिए अब आपको क्या ऑफर करूं मेरा बच्चे भाग गए मैं क्या बना सर हां है ना आपके घर का सवाल की बात है कोई बात ना सर आपकी फैमिली हम भी ऐसी बात थोड़ी है तभी तो आपके बच्चे हैं सर आपके बच्चे अंकल जी कोई नहीं आइए अंकल प्लीज आइए केक कटिंग करो कैप सर कैप कैप लगा के कोई बात ना अंकल जी कोई बात नहीं Thank you, you made me day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Anshul. Happy birthday to you. И это полиция Дели, которую все так ненавидят. Я наблюдаю, что повсюду в мире, особенно в Индии, сотрудники полиции проделывают такую фантастическую работу, никто и представить себе не мог. Никто и представить себе не мог, что у них такое доброе сердце, спрятанное за этой униформой. Но сейчас они показывают, кто они на самом деле. У многих людей из-за того, что они хотят быть независимыми или современными, образовалась некоторая пустота в том месте, где должно было быть сердце. Это не что-то западное или восточное. Отдельные люди будут такими, где бы они ни находились. Поскольку сегодня Всемирный день танца, мы решили, что сыграем хорошую музыку, чтобы вы смогли потанцевать, где бы вы ни были. Субтитры сделал DimaTorzok